Погода сегодня сказочная. А я теперь официально москвич. Это давно, еще до дизайна, у меня была командировочная работа. Самый жесткий год у меня было 55 перелетов. Это примерно 150 командировочных дней. То есть просто полгода я жил в командировке. Бывает, даже заходишь в бизнес-зал, а там места вообще нету. Там столько народу, все командировочные. Поэтому я стараюсь летать в 12 часов, чтобы никого не было. Как вы уже догадались, я летать вообще не люблю. Поэтому я решил переехать в Москву. Но для того, чтобы переехать, надо сначала снять квартиру. А пока я поживу у Сереги. Надеюсь, он мне рад. Сова, открывай, медведь пришел. Добрались, наконец-то. В общем, ребят, короче, я решил переехать в Москву совсем с концами. И сейчас буду искать квартиру. А пока я буду искать квартиру, меня любезно приютили Сережа с Юлей. Они, зацените, они даже мне специально поставили специальный диван из Икеи, вот этот. Он даже не вмещался. Да, у них вот этот был диван стоял, маленький. Потому что кухня маленькая. И они вот поставили мне специальный диван, что такие милые. А вы где квартиру эту нашли? Ну, мы много где искали, но в итоге на Домофонте нашли. А сколько стоит? О, тут вообще для этого места это золотая цена. У нас 50 в месяц получилось. Да ладно? 50 в месяц? На полянке. Чтобы вы понимали, эта квартира, она находится внутри Садового кольца на полянке. Красный Октябрь вот здесь, 500 метров. Что значит нет-то? Домофонт надо установить. Офис, он вот здесь вот, на Тульской. Ребята вот здесь вот на полянке живут. То есть мне, в принципе, нужно где-то вот в этом вот месте квартиру, да, там найти. Обводим, значит, вот это вот место. Попам. Квартира долгосрочная, цена от полтинника до 200. Вот есть лофт за 170 тысяч на Тульской. Вот в этот, помнишь, мы же ходили уже. Ну, да. Вот когда Серега уже переехал, я тоже искал квартиру в августе. Вот этот лофт он был, он стоил тогда 190, по-моему, тысяч. 90 квадратов, там двухэтажный он прикольный там внутри, там все очень дорогое. Единственный косяк, там всего одно окно, это первый этаж. И да, ну какая ванна там была. Просто какая-то там безумная вообще, очень крутая. Вот в таком доме крутом. Так, еще какая-то здесь была. Сдается впервые. Только-только. Не было? О, телевизор, кабельное ТВ, рейтинг района, отзывы. Плохая работа коммунальных служб, грязный парк. А что там, парк есть? Ух ты. Мало зелени и шумно. Ну, ребят, вы же в лофте. Так, ну что, надо куда-то ехать, куда-то звонить. Алло, здравствуйте. Вот квартирку нашел, сдаете. Посмотреть можно? Давайте. Нормальный вариант, они потому что уходят за час, за два. Да. Вот, и у Юли подписана была на рассылку. И ей пришла, получается, пришли варианты, она его увидела. В 9 утра я начал агента этому набирать. Я помню, Серега встал такой, подорвался. В 9 утра новая хата появилась. Срочно! Быстрее! Она говорит, вы что, с ума сошли? Ну и как бы я еще сплю. Я говорю, нехер спать в Москве в 9 утра. Договаривались по квартирке посмотреть. К телефонной будке подойдете через 7 минут. Как будете, звоните.
территории 4 полноценных кафе, 2 барбершопа, 2 такой студии для кальянных. Что-то не торт. Это дорогая какая-то и шумит батарея. А трехэтажная, ну там тоже. Там, она вроде большая такая, но внутри она не прикольная, дорого стоит и света мало тоже. Такое ощущение, что чем больше смотрю, тем меньше все нравится. Ну ничего, будем искать дальше. Хочется какой-то лофт, вот прям очень хочется. Я уверен, что будет что-то классное. Оно меня ждет, поэтому будем искать дальше. Будем. Сейчас подборка пришла от домофонда. Там какая-то охренительная хата есть. Только что появилась. Риэлтор трубку не берет. Пока не ушла, надо срочно звонить ему. Чтобы квартира была в каком-то лофтовом квартале, чтобы она была с большими потолками. Чтобы у меня был вот такой вот вид, чтобы когда я просыпаюсь и выходил такой, владение осматривал. Еще всегда дико хотел, чтобы кухня у меня была прямо под лестницей, вот как здесь. Лестница и кухня у меня прямо под спальней. Кухня, конечно, небольшая такая, но мне нормально, я вообще не готовлю. Тут у меня, значит, дискотека. Небольшая душевая, но все есть, все классно. А самое главное здесь, конечно, это вот тот вот вид. Тут очень крутой вид. Вид просто шикардос. Вообще этот весь комплекс, он находится рядом с трешкой. Это за этими домами третий транспортный. Но его отсюда не видно. И видно только вот такую крутую аллейку. Квартира вообще, конечно, небольшая, но вот она реально очень такая просторная. Особенно вот эти потолки. 5-метровые, ну просто вообще жесть. И вот эта вот возможность. Да, кстати, у меня разные носки, и мне так нравится. Когда мы на второй этаж поднимаемся, я только заехал, скоро здесь вот так поставлю кровать. А это у меня тут шкаф. Шкаф такой невысокий, вот эта вентиляция даже тут работает. Без проблем, конечно, здесь не обошлось. У меня рост 180, а потолок здесь 179. Чуть-чуть не влезаю. Даже боюсь вам говорить, сколько она стоит, то вы меня сразу тухлыми помидорами закидаете. Квартира такая небольшая, но всякие мелочи здесь прикольные продуманы. Вот здесь вот есть, например, под лестницей. У меня тут вот постельная лежит. Все очень компактно, стола нет. Я вообще дома не ем, но мне достаточно там какой-нибудь барной стойки. Мне вообще много не надо. Я там вам для удобства собрал еще несколько лофтов. Я вот оставил ссылочки внизу в описании. Там есть несколько очень классных квартир. Если кому надо, вдруг собрался кто-то переезжать, забирайте, лофты прикольные. На самом деле мне вообще Москва нравится, что тут очень классные вот эти лофтовые помещения, есть заводы, и это, ну, просто безумно. Ни одного соседа еще не видел, поэтому не знаю даже, как тут. С соседями, ну, вроде нормально. Здесь всякие, это вообще апартаменты, поэтому здесь много всяких тату-салонов, бьюти-салонов. В общем, я переехал в Москву, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, там колокольчики всякие, и пока-пока.